снова здравствуйте. У нас место встречи опять все то же, наше родное, прикормленное, карасевое. Сегодня я не только с собаками, но еще и с дочкой. Сделал ей, оснастил ей удочку, что-то типа дальнего заброса такого. Удочка коротенькая, но забрасывать можно далеко. Вот, прикормили, наживили, забросили. Сейчас будем ловить. Небольшой результат у нас уже есть, я надеюсь, будет и дальше. Ночью была гроза, прошел хороший ливень, сегодня прохладненько, после нескольких дней жары, так что, в принципе, ожидаем хорошего клева. Давай. Вот, молодец. Поймала красноперку. Да, повернись, скажи на камеру. Вот, у нас красноперочка. Опусти ее за леску, держи. Она уже не упрыгнет. Вот. Мира поймала красноперку. Вот, опусти, давайте сфотографируем. У нас была выключена камера. Я пытался переставить свой импровизированный штатив. И пока она была выключена, мы поймали несколько классных рыбин. Ну, потом в конце покажем. Смотри, у тебя поплыло. Подмотай. Подматывай. Еще подматывай. Еще опусти. Опусти вот так. Смотри на свой. Все, теперь ты видишь, сколько тебе надо подмотать. Все. Держи вот тут. Вот тут вот держи. За ручку. Карась. Улегся на удочку, на удилище, лежал. Мира, мотай, у тебя клюет. Давай. Тяни. Так, давай, сюда, тяни. Сюда. О, молодец. Все. Ну да. Вот так маленькая девчонка ловит крупную рыбу. Да? Да. Все, молодец, держи. Держи вот так. Все.
карась. Вот такой карась здесь тоже, оказывается, есть. Это я понимаю. Она прям вытянула из воды. Огромная тема. Огромная. Вот такая. Вот такого размера? Да. А там уже... Вот, два раза больше. Вот такая? Да. Ну вот, пришла пора отправляться домой. Мы потихоньку уже сматываемся. Это Ерка. Сматываем удочки. Вот наш улов на сегодня. Такой вот. И вот какой карась. Да. По количеству скромный, но в принципе по размерам неплохой. И Мирка сегодня поймала множество рыб на удочку. Вот и мне повезло. Да, Мира вот эту красноперку поймала. Вот. Так что будет у нас сегодня на жареху. Пожарим на ужин рыбка.